Всем пламенный привет, я Осмий, и в этом видео я вместе с вами продолжаю выживание на анархии. И как вы видите, я нахожусь в данже пиглинов, и за это мне дали очень интересную ачивку. Наф-наф тут больше не живет. Да, я их выгнал, я их всех уже выгнал отсюда, чтобы они мне не мешали облутать вот этот вот наш интересный сундучок. Итак, что же в нем находится? Давайте открываем, и золотая каска. Вот это да, костные блоки, кусочки золота, они мне пригодятся. И цепи, это также новый блок. Ну, неплохо, я вам скажу. И давайте исследовать этот данж дальше. Так, здесь опасно, здесь лава у нас. Я пришел оттуда. Поднимемся наверх, я думаю. И облутаем уже данж. Так, я, кажется, не был вон там еще. То ли новые комнаты, то ли что, я не понимаю, что там. И я вижу, кажется, пиглина. Или это не пиглин? Нет, это не пиглин. Итак, давайте делаем вот такую вот дорожку. Ай-яй-яй-яй-яй. ХП у него очень много, ребята. ХП у него очень много. Одного завалил. И там, кажется, еще один. Да. Да сколько вас здесь, а? Сколько вас здесь? Итак, этого, мне кажется, мы тоже завалим. Легко. Ну-ка, идем, идем, идем. И там еще что ли? Нет, это пиглин. Там уже пиглин находится. Там уже находится наш пиглин. Он почему-то не агрится даже на нас. Он почему-то даже не агрится. Вот это он отнимает, ребята. Вот это он отнимает ХП. Как много отнял он. Итак, давайте поедим. И я вижу пиглина нашего. И еще даже одного. Я не могу убрать этого пиглина, и он может на меня заагриться. Может его в лаву как-то кинуть, что ли? Я не знаю, как его можно убрать. Уходи, уходи, уходи. Да-да-да-да-да-да-да. Это хорошая идея. Уходи. Я тебя здесь закрою вот так вот. Вот все, ты нам больше не помешаешь. Как вас здесь много? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это да, вот это здесь вас много. Давайте вас тоже замуруем на всякий. Замуруем вас, и здесь лава течет. Да, здесь не пройти нам. Так, 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 так. Идем назад, что ли? Да, все же придется пойти назад. Облутываем. Незритовый лом, ребята. Это очень большая редкость. Это тот же самый обломок. Так, давайте идем дальше. Искать новые клады. Зомбо-пиглины. Не нападайте на меня только. Пожалуйста. Безопасное место. Кожа, мясо. Ничего путевого здесь нету. Кожа да мясо. Да. Ничего такого нету. И на меня заагрился еще один моб. Ай-яй-яй-яй-яй. А у тебя нету дамаги? Я что-то не понимаю, ты меня даже не продамажил. Видно, у него дамаги нету. Ящик появился опять. Опять появился ящик. Какой же он большой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Походу дамажит только большой. Малыш не дамажит, малыш боится. Опа-на, еще один. Ай-ай-ай-ай-ай, упали. Упали. Надо быть повнимательнее. Здесь надо быть повнимательнее. Так, а тот облутывали мы или не облутывали? Кажется, нет. Кажется, мы не облутывали тот еще. Ну-ка, что будет здесь у нас? Так, камень и нитки. Ничего путевого. Ничего путевого. Ах, нас убили. Нас убили, ребята. Быстрее пишем бэк. Ух, 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 ух. Вещи при мне. Вещи остались при мне. Это замечательно. Боты одели, пиглины на нас не заагрится. Итак,
А тот я облутывал или не облутывал вон там вон? Давайте идем к этому сундучку. Мне кажется, не облутывал. Да, мы здесь не были. Мотыга на эффективность. И кожа, и мясо. Неплохо. Итак, лезем еще выше. Или здесь еще есть какие-то сундучки? Если здесь больше нету, то лезем наверх. Как много мобов. Как много мобов здесь. Так, этот мы облутали уже. Нет, этот мы не облутывали. Вот это да, ребята. Пиглин, пиглин, нет. Нет. Нет, 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 у меня мало хп. У меня мало хп. Пол хп, ребята, оставалось. Пол хп осталось. Ай, он еще и... пытается попасть по мне. Так, отрегенюсь сейчас. И... не поминайте меня лихом. А он уже не агрится на меня. Он уже все забыл. Молодец какой, а? Молодец. Он уже все забыл. Так, облутал я здесь. Я боюсь уже его... открывать? Боюсь, боюсь. Но кажется, я все взял. Кажется, я все взял. Поднимаемся выше. А здесь я был. Да, да, здесь я уже был. Давайте поднимемся выше. Здесь никого нету? Нет? Только не ко мне. Только не ко мне иди, пожалуйста. О, как откидывает! Какая отдача! А Пиглин-то почему заагрился на меня? Пиглин-то почему заагрился? Я не знаю. Я не знаю, почему Пиглин-то заагрился на меня. Интересно. Интересно, почему. Ай-ай! Пишем... вот это да, ребята, я упал в лаву. Я упал в лаву. Так, так, воды нет, воды нет, вода, вода, где вода? Все, потушились. Замечательно. Как там опасно, ребята? Лучше не ходить сюда. Лучше туда вовсе не ходить. И да, ребята, я вам еще обещал показать моих пчел. И если у меня пчелы вовсе или их нету, или продавец меня обманул. А давайте это и узнаем. Вот наши ульи. Так, для начала надо выложить ненужные вещи. Давайте просто накидаем их. Так, накидаем. И я покажу вам моих пчел. Так, вещи. Ой, уже все заполнилось. Ну ладно. Итак, достаем наши ульи. И посмотрим, есть ли там пчелы или их вовсе нет. Мне прям интересно очень. Отделение для пчел будет находиться вот здесь вот. Ставим наш улей. А вот так вот. Он заполнен, ребята. Он заполнен. И значит, здесь, возможно, есть пчелы. Нам нужны ножницы. И, конечно же, костер. Чтобы пчелы не заагрились. Что для этого нужно? А, мне кажется, палки нужны. По-любому, палки нужны, факела нужны. А, доски или что надо там. Еловое бревно. Давайте тоже возьмем. И мне кажется, обязательно нужен топорик. Чтобы сделать обтесанное дерево. Вот так вот. Добываю. А пчелок я так и не вижу, ребята. Пчелы почему-то не появляются. Но улей заполнен. Он полностью заполнен медом. Походу меня обманули. Походу меня все же обманули. Так, ну ничего, у меня еще есть ульи. Возможно, в них хоть и есть одна пчелка. Или, возможно, это баг, возможно, совсем... А, пчелка, ребята! Ребята, пчелка появилась! Вот это да! Ну куда ты улетаешь? Блин, куда ты улетаешь? Надо сделать для нее поле из цветов. Давайте так и сделаем. Где-то у меня была земля. Так, вот она наша земля. Вот она наша земля. И давайте посадим наши... цветочки. Вот так вот. Земля готова. И мак посадим. Так, мак, давай. Садись.
Куда пчела улетела? Блин, куда она улетела, ребята? Она в ад, что ли, попала? Она что, в ад попала, пчелка? Только не это, ребята, только не это. Если она попала в ад, это мега печально. Да, да, пчелка попала в ад, ребята. Она в аду. Давайте ее приманим. Но мне кажется, мы ее уже все. Мы потеряли нашу пчелку. Она больше не прилетит к нам. Одну пчелку мы потеряли. Но я думаю, что в этих ульях еще будут пчелки. Давайте это и проверим. Он тоже заполнен. Вот это да, ребята. Он тоже заполнен. И что? Я не вижу пчелок. Я пчелок больше не вижу. Давайте закроем эту дверь. На всякий. Чтобы не улетели и остальные наши пчелы. Давайте еще один поставим, что ли. Но я пчелок все не вижу. Я пчел все же не вижу. И еще один поставим. Вот этот уже не заполненный. И мне кажется, что меня обманули. О, пчелка вылетела, ребята. У нас есть пчелы. Даже две пчелы. Так, давайте. Покормим наших пчелок. И что будет? Что будет? Еще одна пчелка, ребята. Еще одна пчелка. Замечательно. Давайте еще улей поставим. Или все. Или все. Ладно, все. Я больше не буду делать ульи. Я больше не буду делать ульи. У нас пчелы уже есть. Это очень замечательно. Итак, нам нужны ножницы все же. А, так, ой, ой, ножницы уже есть. Я что-то путаюсь. Нам нужен костер. Вот он, костер готов. Замечательно. И нам нужен даже еще один костер будет. Даже два. Вот так сделали. И давайте ножницами. Во-во-во-во, замечательно. И можно сделать уже новый улей. Давайте так и поступим. Новый улей готов. Здесь его поставим. Наберем наши соты. Замечательно. И наберем также их и в этом улье. Так, добываем еще соты. Замечательно. И пока пусть постоит вот здесь вот. Да, пусть стоит здесь. И давайте сделаем еще одни ульи. И можно уже их будет уже продавать. Эти ульи наши. Эта серия выдалась по-настоящему эпичной. Мы дрались с пиглинами в бастионе и даже получили наших пчелок. И на этом моменте мы закончим это видео. До новых встреч. Всем удачи. Пока.